больно. Давай, расспрашивай. Стойте, я раскрасила еще вот это, вот это, еще где-то, вот все это. Только тут холодильник. А почему слон синий? Он же мультики синий. А, да? Ты упала все-таки? Риночка, что с тобой, солнышко? Все хорошо. Ой. Где Боба? Что она прикалывается? Ой. Где Бобочка-то? Что делать в садик? Поделки. Какие? Из ежика. Из ежика? Да. У нас время сколько? Да, если бы. У нас время 10 часов вечера. Почему ты раньше не говорила про поделки? Помнишь, я у тебя спрашивала пару дней назад, Кир, поделки в садик никакие не задавали? Ты мне говоришь, нет. Нет, раньше не задавали. А, сегодня задали. Нет, давно задали. И меня просто не было, и то задали. А, классно. Я просто не знала. Так, тут Арина на своем транспорте. Я развешиваю малышковые тут вещи. Сейчас все развесим, пойдем мыться. Пойдем мыться и спать. Кстати, у нас северное сияние. Вон оно там. Я вставлю сюда потом фоточку. Его плохо видно, но оно вот есть. Кируля сегодня с папой на машине поедет рабочий. Давно я не водила Кирулю. Ага, на танцы. Рина, Рин, верни мультики. Приехали к папе на работу, сейчас он машины поменяет. Арина сидела с мультиком. Не отдает засранка телефон. Дай. А где? Нет. А где папа-то? Смотри, как заезжает. Арина, где поезд? Ту-ту. Где поезда ездят? Ту-ту. Тебя граф целует. Смотри, таблун стоит. Жрать хотят. Видишь? Курочки хотят кушать? Да. Где курочки, Арина? Смотри, на калитке программы, там все будет. Как котяка, блядь. Туда не пришли? Куда, курица? А, туда-то? Не. Где курочки-то, смотри? Коки кушать хотят? А там что, будешь яйца собирать? Там курица. А, ну я не знаю, пошли. На, Арина, ведерочко. На, ведерко. На, неси с папой. Иди, заходи. Заходи. Арина, где тут? Смотри, курочки. Смотри, старуха сейчас будет прям прыгать на пол. Она сама голодная? Давай, сиськи бабы тоже будут. Да, опа. Есть яички? Давай, яички? Иди, собирай с папой яички. Давай ведерышко мне. Ну? Ходишь? Опа. Я помогу тебе, давай. Да. Хорошо, неси. Только аккуратно. Так, и у нас опять очередной Валберес. В общем, здесь у меня что? Наматрасник. Второй наматрасник. Так, сейчас покажу. Так, здесь у нас футболка для Киры. Такими крылышками. Вот, она была там чуть не особо дорогая, там 200 с чем-то рублей, 230, 270, ну, в общем, 250 рублей. А футболочка, размер у нее 116, вот, но она не особо длинная, она немножечко как будто бы укорочена, не знаю. Это на матрасник Арине на новую кровать, это нам на матрасник. И еще Кире пришли все-таки сандали. Когда мы собирались тут в садик, я ей заказала одни, но они были ей очень большие. А вот эти очень долго шли. То есть все, они пришли в размере у нас 29. Вот, они ей подошли, понравились, и так что надо унести их в садик. А вот откуда берутся дети. Дети. А, дети. Мы их тоже заказываем на Валберисе. В общем, застелила я на матрасник. Он, мне кажется, можно обтереть. Он, конечно, может налезть на матрас большей толщины. Вот. Но, в принципе, тоже неплохо. Сейчас застелю чистую постельку. Сидим сейчас с Ириной, играем вот в эту игру, в огород. Конечно, ей еще
видимо, сложновато, да, но как бы я показываю ей, что, допустим, вот морковка, да, вот лучок тут, морковка, лук. Мы уже посадили целую эту грядку, но она уже все достает обратно. Давай все на место складывать тогда, если больше не хочешь играть, карточки сюда складывай. Складывай карточки на место. Угу. Все. Все карточки. Молодец. Теперь овощи складывай. Вот так. Вот. Молодец. Зачем достаешь? Давай. Вот так. Опа. Ага, здорово. А где Бубу-то лечить будешь? У нас тут время... Ой. Время лечения Бубы. Так что мы его тут лечили, зубы чистили ему. Но Арина решила, что хватит. Поэтому мы все собираем. Что будешь делать? Зубки ремонтировать? Вот так. Угу. Только единственное, что вот эти вот, получается, щипцы не очень-то удобно захватывать, вот эти зубы деревянные. А так, в целом, набор такой прикольный. То есть, вот, допустим, тут на магнитиках. Смотри, Арина. Ой. Смотри. Смотри, Буба температуру меряет. Смотри, где градусник у Бубы? Ой. Посмотри, какая температура у него. Смотри, скорее, Буба заболел. Где Буба болеет-то? Своей бутылкой тут. Убирай все в сумочку, тогда раз наигралась. Убирай. А, нет? Рано? Скажи, рано все сложили. Угу. Опа, давай, помочь? Нет, хорошо, сама давай. Убежала за Кирой. И обалдеть. Сегодня пятница. Ровно через неделю уже буду в больнице. Ужас. Я даже не знаю, не представляю себе этого. У нас уже так прохладненько, ветерочек дует. Так, и мы заходили в магазин. У нас есть такой черный кот. Сейчас покажу, что купили там. Все у меня... Вышло на 1300. Ну и первое, что у нас было, это вот такая щетка-метла. Так, и дальше вот такие вот звездочки для супчика. Мочалка раз, мочалка два. Девочкам носочки, это для Киры. Три пары, размер тут получается 6-8. То есть вот такие розовенькие, желтенькие и вот такие. Так, цена у них тут 129 рублей. Такие для Арины, тоже три пары. 119, такие желтенькие, с мишками, серенькие, такие розовые. Так, для Арины трусики. Взяла, получается, размер 2-3. Но это был самый маленький. Обычные такие. Так, потом взяли вот такие крючочки. Крючки, чтобы вешать там у девочек халатики и полотенышки. Так, вот такие. Так, это мне для роддома, тоже для сумки. Это для сумки. Вот это вот. Тетрадки, альбомы. Кто это? Только девочка другая. Тебе нравится? Да. Давай сразу подпишем. Подпишем? Ты какую понесешь в этот, в садик? Эту, наверное, потолще. Эту. Так в эти ты можешь клеить наклеечки, допустим. Не знаю, ладно, выбираю. Так, и альбомы девочкам. Вроде бы все. И в фикс-прайсе мы были сегодня, тоже на 748 рублей. Взяла бумагу. Это я взяла с собой тоже для больницы. Чай, зубная паста. И тряпочки я взяла, ну, просто домой. И взяла еще там нижнее белье. Я вот такие вот брала уже не один раз. То есть они в целом ведут себя неплохо. Так, в Бристоль мы заезжали, я купила там хлеб, колбаски, к чаю и майонез, потому что он очень близко к дому, а в другой продуктовый больше такого ничего не надо было, поэтому в Бристоле были. Так, и взяла Аринке вот такие подгузники, потому что
Потому. Меня спрашивали, чем я стираю детские вещи, малышковые прям вообще. Я покупаю обычный тайт. Раньше я брала ушастый нянь, но тайт мне как-то больше нравится. У него такой запах приятненький. И в целом как бы он нас устраивает. Я и девочкам стирала, что Кире, что Арине. Вот, и использую вот такой кондиционер. В большинстве случаев мы берем детский, чтобы он был универсальный как бы и детям, и для нас. Вот. А так вот, конечно, уже девочкам я могу постирать и обычным чем-то, но для малыша я пока что вот использовала порошок и кондиционер. И еще меня спросили, рожать я буду в каком роддоме. Рожать я буду по ОМС, в обычном перинатальном центре у нас, в городе Архангельск. Вот. И в целом я рожала там 2 раза, меня все устроило, то есть абсолютно все. И персонал, как бы, и палаты. Вот. И так что я решила, что нет никакого смысла заключать какие-то контракты, там еще там что-то. Ой, нет, конечно, было бы неплохо, допустим, если была бы там, ну, акушерка постоянно там, да, или доула, как там правильно, доула, доула, вот, чтобы была там на постоянке, ну, как бы с тобой, что поддерживала тебя. А с другой стороны, так подумала, думаю, первый раз родила, как бы, ну, сама, грубо говоря, второй раз, вот, да и третий раз тоже рожу, как бы, ничего в этом такого нету. У меня, что в первый раз, что во второй, были хорошие. То есть, как бы, и вообще сами вот акушерки, и врачи, то есть, и после, как бы, приходили неонатологи, то есть, прям, ну, все вообще шикарно. Время 12 часов ночи. Это кошмар какой-то. Кира слезно попросила поесть, потому что она прям вообще не может голодной ложиться спать. Сейчас она сидит вот, орет, что есть она больше не хочет. Я не могу с этими детьми. Это кошмар. Так, ну что, у нас новый день. Все-таки вчера мои дети поели и легли спать. Ну, конечно, не так просто. Кира легла и говорит, я хочу пить. Я говорю, Кир, воды, говорю, у нас нету, поэтому мы спим без воды. И в итоге Кира, вот, мне кажется, только вот головой до подушки дотронулась и засопела тут же. Арина, конечно, пока свои бутылки не опустошила с водой, она не уснула. У меня тут какие-то прыщи полезли. В общем, что у нас сегодня из дел? Нам нужно Кире оборудовать комнату. Девочки! Кире оборудовать комнату полностью. То есть мы сейчас занимаемся тем, что кровать Кирину старую разбираем. Выносим матрас в ее комнату туда. То есть как бы в ее новую кровать. И что? Надо Арине подготовить место. У нас пришла кровать с Вайлдберрисом. Я сегодня такая вся какая-то... отекшая, опухшая. У нас Кира. Мы ей каждый день говорим, что Кир, пора в свою комнату, давай еще вот ночку с нами и в свою. А она все пытается оттянуть этот момент и говорит, ой, я еще вот день с вами, я еще 2 дня с вами. И она стала приходить, то есть из своей кровати в нашу спать. Это настолько неудобно в плане того, что у нас раньше была кровать 180. А когда родилась Аринка, чтобы нам поставить кроватку, ну, впритык к нашей, нам пришлось поменять кровать, и мы купили новую на 160, то есть, ну, короче, на 20 сантиметров. Вот, и, то есть, как бы для двоих это, в принципе, очень даже хорошо спать-то, но к нам приходит Кира, и так как я все равно беременна, у меня живот уже большой, о, это вообще, это, считай, на одном боку спишь, и вот, видимо, я из-за того, что... плохо сплю. У меня вот такое лицо. Так, а мы уже начали тут ее разбирать. То есть, это кровать. Мы ее покупали, у нас магазин есть матрасов, вроде бы. И в целом там неплохая мебель. Вот, мы купили эту кровать там, но она, не знаю, она какая-то такая громоздкая, тут такие эти, такие толстые прям. Ну, она сама по себе, то есть, вот такая вот. То есть, она сама по себе такая толстая кровать, вот, но единственное, что-то она тут разбалтывается постоянно, вот, и в целом, как бы на ней больше нет ничего, никаких нареканий, только что единственное, еще что есть, это вот здесь вот, получается, это вот вход, он идет с этой стороны, и он не отзеркаливается в другую сторону,
Вот. Но я Андрею говорю, все-таки давай отсюда уберем вход сюда. И здесь мы уже самостоятельно проделывали дырочки. Давай. В общем, мы убрали вот здесь вот стеллаж у нас стоял. Здесь стояла Кирина кровать. Все убрали, здесь намыли. Сейчас будем переставлять Иринке уголочек делать. Да, Кира? Ну, Кира не очень счастлива. Да? Потому что она не хочет идти в свою комнату. Да, кукла? Арина тут уже Киру пригласила к себе в кровать. Я просто пока постелила так, чтобы девочки тут сидели. Зачем? Ты знаешь, как там на наш участок заходить. Там у кого-то похороны, походу. Видишь, какая-то коробка у меня в руке, мальчик. Какой-то хомячок, наверное. Да. А почему они хоронят у нас тут? Мама, давай когда пойдем гулять, мы возьмем лопату и откопаем. Да нет, конечно. Почему? Потому что мы тут обтираем кровать, подкрашиваем батарею. Занимались обустройством Кири спального места. Кира, как ты? В общем, вот наша кровать. Да, тебе нравится? Ага, тут пока еще, конечно, так поставили, как смогли, телевизор. Сейчас мы... вот так. Тут у него ночничок. Ночник у нас работает через розетку. Да. Гирлянда, флажочки. Да, недавно их заказывала тоже на Валберсе. Так, повесили для украшения. А это я повесила. Да, это там Кира повесила себе. Сама тут хочешь? Конечно, тут так красиво. Хорошо. Стеллажик поставили у нас, потому что здесь небольшое расстояние всего лишь. Поставили так стеллаж, то есть тут у Киры просто будет ночник, ну и так, чтобы стояло. Так, телевизор. Мы тут тоже недавно ездили, когда в этот в ДНС покупали, ей надарили денег на день рождения. В ДНС. В ДНС. Вот. Ездили тоже, покупали телевизор. С Валбрис у нас тут пришел кронштейн. И все, мы повесили. Да, это мы тут с Кирулей. Такие маленькие. Очень некрасиво, надо будет этот переставить в другую рамочку. А расскажи про нашего кота. Да, это у нас была кошка такая, Фрося. Да, и она меня все время защищала. Защищала, и да, тебя приносила тебе косточки. Всякое из мусора поесть что-нибудь. А, да, и папа царапала, и мы не угодные. Папа нацарапала, нам пришлось ее отдать. Это что, тебя кто-то укусил тут? Чешется? Да. Так, ну и тут осталось пока что место Андрея. Здесь у нас комод старенький и стол Аринин. Аринин стол мы уберем чуть-чуть попозже, может быть завтра я придумаю место и перенесем его. В общем, тут комод. За место комода потом сюда встанет шкаф. И Кире купим новое рабочее место, тоже оборудуем. Да? А тут у нас все будет стоять. Тут будет стоять так вот шкаф, а тут будет у тебя стол стоять. Все. Значит, шкаф будет тут, а стол так подотвинь. Вот это уберем, вот это уберем, это уберем. Поставим сюда шкаф и стол. Все. А посередине что поставим? Ничего там не будет стоять. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Сладких снов. Так, и в общем, вот у нас Аришина кроватка. Она получается 140 на 70. Вот это вот идет борт. Его можно поставить вот сюда. Но я его ставлю, то есть, когда она спит, пока что вот так. То есть, пускай он будет здесь. А в течение дня, как бы, я его ставлю сюда, чтобы не вешались тут девочки, не этот, не ползали, чтобы не сломить. Вот. Вот это вот пеленочка. У меня их получается две штучки. И я стелю Арине. То есть, когда даже подгузник вытекает, тут у нее всегда сухо. Вот. И здесь у нас стоит комод. В общем, пока что вот так. Тут коляски девочек и наш кот. Кс-кс-кс. На улице осень. Такая дождливая началась. Я пошла на маникюр. Вот мои ногти. Да. А сейчас, не знаю, что-нибудь сделаю такое обычное. Побежала я на ногти, бегу, опаздываю, а бежать быстро не могу.
Ну да ладно, написала девочке, которая иду, что две минутки задержусь. Ну что, пока иду, могу рассказать, как девочки проспали ночь. Кира уснула у нас в половину первого. В целом все было хорошо. Она пришла к нам где-то, наверное, 8-10 было. Вот, она пришла, говорит, я выспалась, мне так хорошо было на своей новой кровати. То есть она прям была счастлива. Она ушла дальше смотреть мультики. Вот. А вот Арина, она, получается, уснула в 9, в 9-10. И потом она просыпалась, пару раз попила, я поменяла подгузник. А те пеленки, которые я покупала для малыша, да, которые такие, этот, непромокаемые. Кстати, ничего такие пеленочки, потому что она пила много, так как все равно новое место. Ну и, видимо, некомфортно себя чувствовала. Не знаю, я так посчитала. Вот. Но в целом она до половины пятого спала хорошо. В полпятого встала и начала звать меня. То есть я подошла, она больше не легла, и она пошла с нами. То есть я спала на своей кровати, а Аринке постелила уже в кроватке. То есть положила подушку, я тело дала. Дальше она вот так и проспала до утра. Вот, ну как бы в целом я считаю, что это, ну, даже неплохо. Хотя бы до половины пятого она спала уже в своей кровати. И то есть она проснулась, она не вылезла, ничего такого не было. Просто надо привыкнуть, надо время. А тем временем я все бегу. А бежать не могу, у меня так расходятся кости. Так и сделала такие вот обычные. Какой-то бежевый и немножечко блестиночек золотых. Съездили, мы забрали коляску. В принципе, неплохая она. А такое я хочу брать. Вот, только сейчас я ее застегну. В целом она, вид у нее хороший, она неплохая. Свое видео я уже хочу закончить на том, что я забрала остатки вещей с Валбриса. У меня уже все спят, поэтому буду говорить так полушепотом. В общем, заказала я себе еще для роддома комплект. Вот такой вот тут получается ночнушечка и халатик. То есть тут получается размер 2XL, но оно было написано как 48 или 46. В общем, ну в карточке в самой. Здесь еще вот такой приятный бонус, подарочек. Сережки. Кира говорит, мам, я хочу себе их. Так что это для Кира. Продолжаем. Так, в общем, тут также идет сорочка, халатик и поясочек. Я его заказала в таком цвете. Он был только в таком. И цена у него была всего лишь 850 рублей. Поэтому я, даже не раздумывая, просто его заказала. Заказала, забрала, дом померила, подошло и думаю, шикарно. Дальше я заказала себе зарядку, чтобы взять с собой тоже в роддом. Так, для Киры у меня вот такая футболочка. Она обычная, в размере 122. То есть такая тоже приятненькая. Так, вот такая вот, мне очень понравилась. С лисенком таким, красивая. В размере 116. Вот такая вот рубашечка. Она укороченная. Идет льняная, из Глории джинс. Размер 116. И для Аринки я заказала две футболочки. То есть одна вот такая розовенькая, а эта такая малиновая. То есть тоже очень красивая. Так что вот такие вот у нас вот покупочки. И на этом я уже буду прощаться. Всем спасибо большое за просмотр. А следующее видео уже будет с сумкой в роддом. А вот Аринке единственное я заказала футболки в размере 104, потому что они мало мерят. Вот. Там, конечно, писали, что маломерят на размер, но я заказывала уже до этого и думаю, чтобы они были посвободнее, поэтому заказала на два размерчика побольше.